ни голубей сегодня не вижу. Пришел, они вон там сидят какие-то голубки далеко. Гриша сейчас сяду на лавочку, надеюсь, прилетит, почувствует меня. Он много раз так уже прилетал. Сейчас призову. Посмотрим, он уже идет, по-моему. Да. Идет, мой друг. Идет. Даже звать не надо. Вот он. Идет, дружок. Сейчас мы тебя покормим. Привет, Гришка. Иди сюда. Идем. Будем кушать. Достану пшено для меня. Вот оно. Че ты туда залез на дерево? Иди сюда, я тебе тут насыплю. Иди. Давай, бегом. Давай, быстренько. Быстренько, Гриша. Ой, Гриша, ты. Я тебя сюда сейчас насыплю. Подожди. Давай. Где-то у меня есть. Одной рукой. И снимать. Отдельно ему насыплю сюда. Давай, не бойся, кушай. С тобой. Кушай, мой. Сладенький, Гриша. Кушай, не бойся. Чего ты боишься его, Гриша? Я его сгоню. Давай, кушай. Куда я тебе должен еще положить? Ну ты вообще. Я так это. Сыпать тебе и сыпать на все эти елки твои. На, еще тебе сюда насыплю. Клацай, чтобы никто тебя не это не гонял. И я тут тем более стою, я тебе если что помогу. А меня бояться нечего. Уже 2 года мы с тобой. Опять убегает. Кто-то подлетает. Ну, пошел вон отсюда. Пошел вон, сказал. Ну, все, Гриша, давай. Питайся. Ладно, пусть разбирается. Смотри, дерево уже поменяю. Я уже опять ему начинаю гонять его. Ой, ты тут встал вообще. Гриша, иди. Все, там уже ничего почти нету. Давай. Давай. Давай быстрее. Ты какой-то вообще. О, молодец. Вот так и давай. Отгоняй его. Кормишь килограмм пчела, когда этим птицам. Ладно, все, хорошо.